Добро пожаловать на нашу лай-площадку! Ух ты! Вафваушно, да? Еще как вафваушно! Поднимемся наверх, чтобы найти мистера Макпанциря! Да! Отлично! Супер-идея! Здесь, наверху, смотрите в оба в поисках черепахи! Глаза в небо! Я вижу мистера Макпанциря! Несомненно! Ой, он летит в другую сторону! Несомненно! А теперь в другую! Несомненно! А теперь в другую! Несомненно! Слишком ветрено! Повторяю, слишком ветрено! Жаль, нельзя управлять ветром! Чарджер, точно! Да, абсолютно точно! Стоп! А что точно? Мы можем управлять ветром! Уиллер, готовь прицеп! У меня есть план! Нам звонят по лай-экрану. Крепыш и команда! О, здравствуйте, мэр Грейтвей! Привет, щенки! У меня вопрос. Вы когда-нибудь слышали о супер-пупер-белке? Мотор ее обожает! Значит, вы будете рады узнать, что сегодня выходит новый фильм о супер-пупер-белке! Ура! Но есть одна проблема. В бухте строителей нет кинотеатра, чтобы его посмотреть. О, нет! Но если к вечеру вы построите кинотеатр, то мы сможем вместе посмотреть фильм о супер-пупер-белке. Конечно! Крепыш и команда построят кинотеатр за день без проблем. Отлично! Ура! Внимание команде строителей! Мы будем строить кинотеатр! Пора грузить и выезжать! Кинотеатр? Угу! Здорово! Уиллер, вам понадобятся стальные балки, цементная смесь, каменные плиты, доски, винты, болты и гайки. Спасибо, тетя Кран! Груз загружен! Строим дружно! Крепыш и команда вернулись! Ура! Наконец-то! Вот они! Всем здравствуйте! Лай-площадка почти готова к празднику осени! Ура! Праздник осени! Отлично, вы вернулись. Давайте давить тыквы для пирога. Приступим. На счет 3, 2, 1. О, нет! Здесь остался летучий мышонок. Вот почему летучие мыши волновались. Они заметили, что малыш пропал. Но у нас больше нет цветов, чтобы заманить его в новый дом. О, нет! Бедный летучий мышонок. Мотор с тобой поиграет. А, мотор? Мышонок принял тебя за летучую мышь. О, крылья тяжелые. Устала хлопать. Прости. Ой. Нужно продолжать хлопать крыльями, иначе мышонок не полетит за тобой. Не волнуйтесь, строитель всегда найдет выход. О,
А ведь здорово будет, если мы построим крылья для мотор, чтобы мышонок полетел за нами к его родным. Вафваушная идея, Микс. Все лапы на летучую стройку. Поработаем пилой, и доски станут похожи на крылья летучей мыши. Это поможет мотор держать крылья. А это поможет ими хлопать. Ура! Какие упругие крылья! Тынц, тынц, тынц. Осталось только преображение, Микс. Руф! Распылитель! Ух ты! Поднимем летучего щенка! Мотор играет, летучая мышь! Теперь ты можешь летать! Летучий мотор! Летучий мышонок! Полетай с летучим мотор! Мышонок думает, что мотор – летучая мышь. Хлопай крыльями, мотор! Идеальное место для костра, чтобы жарить маршмеллоу. Ням-ням! Хватай камни! Поднимай камни! Двигай камни! Костра. Давайте сделаем деревья. Пила! Должно быть похоже на настоящие деревья. Для этого их нужно покрасить. Ух ты! Совсем как кемпинг в горах! Как вам наш кемпинг на лай-площадке? Мне нравится! Давайте отдыхать! Сначала съедим знаменитое чили дедушки Грави у костра. Потом прогуляемся на природе. Обожаю природу и прогулки! И, наконец, вечером мы пожарим маршмеллоу на костре! Кажется, кто-то из щенков очень этого ждал! Маршмеллоу! Ням-нямочка! Лучше всего то, что мы будем делать это под волшебным ночным небом! Стоп! Я кое-что забыл! Ночью на улице темно, а я боюсь темноты! Не волнуйся, Крепыш, будет не настолько темно! В моем приложении сказано, что небо будет ясное, полная луна и яркие звезды! Значит, не слишком темно для теплых, жареных, вкусных маршмеллоу! Конечно, но сначала поужинаем! Несите свои миски! Стой, мотор, краска не высохла. Ты едва не стала красным щенком. Это задача для моего суперфена. Пылесос! Я думал, он нужен, чтобы... и всасывать все внутрь. Верно, но если установить его на режим выдувания, он будет работать наоборот. Сука! Мотор, теперь можешь бросать кольцо! Кольцо, лети! О, меня окольцевали! Мотор, в яблочко! Или точнее, в хвостик! Сколько разных игр вы построили для вечера чили мэра Грейтвей? Молодцы, щенки! Невероятно, что мэр Грейтвей готовит чили для всех жителей бухты строителей. И что после еды все смогут сыграть в самую классную игру. Метание колец на чарджера.
Скоро вечер, чили, мы ликуем в торжестве. Я съем большую миску, а может быть и две. Я слышал, что чили Мэра Грейт Уэй самое лучшее, самое вкусное, самое острое, самое сочное. Ох, скорей бы. Готовим чили для вечера, чили. Оу, да. Мистер Утенька, готовить столько чили сразу – это непростая задача. Я буду готовить в ритме танца. Выше крыши! Выше крыши! Выше... Крыша сейчас упадет на мое чили! И вечер чили будет испорчилен! А, я знаю, кого позвать. Это Лайкран. Вперед! Крепыши команда. О, здравствуйте, мэр Грейтвей. Привет, щенки. В мэрии что-то не так с крышей. Боюсь, она обвалится и испортит мое чили. И мэрию. Оу, вам нужен быстрый ремонт. Сейчас будем. Тетя Кран, в мэрии нужно починить крышу. Хорошо, Уэллер, я дам вам все необходимые материалы. Дерево, черепица, гвозди, винты, гипсокартон. Это все, что нужно. Спасибо, тетя Кран. Груз загружен, строим дружно. Привет. Вы тут что, плющите и бьете камни? Да, и это просто ударно. Просто ударно. Смешно. Сейчас вы отправитесь в Жмяк-Жмякер! Вам понравилось дробить? И шмякать? Очень! Ух ты! Сегодня так ветрено! Карл-кафе! Привет! У меня чудесная новость! Это так волнительно! Я изобрел вкуснейший новый сорт мороженого! Хрустящий ягодный взрыв Карла! Можно нам попробовать? Боюсь, пока нет. Но когда будет готово, его все попробуют. Сегодня я буду бесплатно угощать мороженым всю бухту строителей! Я буду на главной улице. Вы меня найдете. Пока! Какой сегодня ветер? Лучше семейной стройки может быть только семейное виляние хвостами. Да, тетя! Да, тетя! Да, тетя! Да, тетя! И да, родня, вперед! Все лапы на стройку! Настало время пилить. Осторожно! Молоток! Этой танцплощадке нужно только преображение микс. Готовься, целься, крась! Молодцы, щенки! Мы почти готовы к дискотеке. Нужно только подключить освещение. Сейчас. Ну-ка. Свет горит. Но как он горит? Хороший вопрос, мотор. Видишь тот столб с проводами? По проводам электричество поступает на лайт-площадку. И включается свет. Вот так. А также мой диджейский пульт. Эй, щенки-весельчаки, если готовы танцевать, скажите дружно «Вау-вау-вау!» Вечеринка начинается! О, да, о, да! Крути хвостом, крути хвостом! Почему никто не крутит хвостом? Потому что свет вырубился. Да, похоже, что свет вырубился. Интересно, света нет во всей бухте строителей. Киновечер! Киновечер!
прозрачный коктейль специально для вас, бокалейщик Габриэль. А, света нет! Мой блендер не будет работать. О, нет! Мне не будет коктейля. Отлично! Зеленый значит вперед. Что? Осторожно! Ха, без светофора никто не знает, кому можно ехать. Кошмар! Нет света, нет музыки. И нет дискотеки. Ох, я так хотел потрясти хвостом. Почему свет вырубился именно сейчас? Вы так много трудились, что пора подкрепиться охлажденными собачьими вкусняшками. Я цел. Ой-ой, пока еда. Ну-ка, щенки, посмотрим, в чем дело. Ага, видите шарнир? С его помощью панель открывается и закрывается. И он сломался. Хорошо, что у меня есть запасной. Посмотрим. Гайки, болты, винты, дверная ручка. Ух ты! У меня много дверных ручек. Большие ручки, маленькие ручки, новые ручки, старые ручки и шарнир. Оу, у тебя в ящике есть все, дедуля. Да, я собирал все это с тех пор, как был щеночком. Ух ты, круто! Мы семейство щенков, семейство щенков. Вот так, как новенький. Разбирайте холодные лакомства, щенятки. Ах, как вкусно! Ням-ням! Спасибо, дедушка! Ты всегда нас так радуешь! Да, и теперь наша очередь порадовать дедушку. Пусть сегодня будет дедушкин день! Дедушкин день! Да, мы проведем с тобой весь день, дедуля! Мы будем петь песни и играть в игры! И мы приготовим тебе что-нибудь вкусненькое! Что скажешь? Скажу, что дедушкин день звучит как самый лучший день! Ху-ху-ху. О, щенки, вы такие милые! Тетушка вами очень гордится! Отлично! Дедушкин день начинается! Во что ты хочешь играть? В лучшую игру! Хватай и замри! Ох, это будет весело! Итак, на «хватай» бегите, а на «замри» стойте! Готовы? Хватай! Замри! Вот за что я люблю эту игру! О, лай-экран! Вперед! Здравствуйте, бокалейщик Габриэль. Все нормально? Нет, спасайте. У моего магазина собралась толпа, чтобы купить мега-знаменитый супер-вкусный пальчики-облизательный чеддер. Пальчики-облизательный чеддер? Мой любимый сыр. Сыра! 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 Он многим нравится, но никто не может войти в мой магазин. Ветром наломала кучу веток. Не волнуйтесь, бокалейщик Габриэль. Я соберу ветки своим грейфером. Я сейчас буду. Спасибо и пока. Встречайте Чарджера со столами для пикника на праздник. Праздник? Помните, что это сюрприз. Мотор не должна видеть, что мы везем все на озеро. А, мотор так удивится! Ура! Сюрприз для мотор! Но почему на озере? Твой больше уже не сюрприз на озере, потому что... Туда Камила доставит твой подарок на день рождения. Ой... Спасибо за сюрприз для мотор. И... За какой подарок? А это сюрприз. И он такой большой, что Камила везет его в большом грузовике. Мотор готова праздновать! Уточка тоже идет на праздник. На озеро! Готовится ко дню рождения мотор! Мотор с серфем! Делаем
ведь здорово будет, если... мы возьмем доску и смастерим скейтборд из остатков материалов! Вау-вау-шная идея, Микс! Все лапы на стройку! Это задача для большой пилы! Здесь нужно преображение, Микс! В скейтерском стиле! Распылитель! Тетя Кран! Прошло много времени, но тетушка Кран еще кое-что помнит! Молодец, мотор! Балансируй с помощью хвоста! Не знал, что тетя Кран катается на скейте! Щенки, вы многого не знаете о скейтерском прошлом тети Кран! Давайте я покажу! Ух ты! Она очень похожа на тетю Кран! Чарджер! Это и есть тетя Кран! Да? Тогда она была первоклассной чемпионкой по скейтбордингу! Ух ты! Именно так и восклицала толпа, когда она заезжала в скейтерский боул и исполняла свой коронный трюк – вращение торнадо! А у меня есть идея! Ведь здорово будет, если мы подарим скейтборд тете Кран, чтобы она снова каталась! Это замечательная идея, но, к несчастью, в бухте строителя нет скейт-парка. Строитель всегда найдет выход. Мы построим ей собственный скейт-парк. Ха! Великолепная идея, Крепыш. И я знаю, что для него подходящее место на поляне. Что на поляне? О, ну, утки. И мы хотим... Построить им... утиный пруд! Уточки! Ура! Уточки-прибауточки, звучит заманчиво! Я с вами! Ой, нет! Нет, не сейчас, потому что ты обещала помочь мне сегодня испечь торт в моем фургоне. Что, правда? Я совсем забыла. После того, как мы с мотор поможем дедушке с тортом, мы присоединимся. Удачи с утиным прудом! Фух, чуть не попались! Дедушка Гравий, тетя Кран, мотор! У нас большой рождественский строительный проект! Нам нужны материалы, чтобы построить ледовый каток для рождественского шоу! Нам также нужно много рождественских украшений! А нам с трюфелем нужно подготовить новый номер! До вечера! Действительно, большой рождественский строительный проект. Сначала подготовим украшения, а потом загрузим материалы для катка. Чтобы проделать всю эту работу, нужно помочь себе песней. Мы семейство щенков, семейство щенков. Владеем гвоздями и крутим хвостами. Мы семейство щенков, семейство щенков. Семейство щенков. Итак, трюфель, новая идея для шоу. Сделаем что-нибудь вроде этого. Ты прав, что-нибудь еще. Может, проедем по кругу, а потом сделаем так. О, это так сложно. Нам нужно придумать новый номер, срочно. Молоток, дрель, краска. Вот это связка. Нужно что-то построить. И мы все построим. Мы семейство щенков, семейство щенков. Семейство щенков. А как же незаконченные украшения? Не волнуйся, мы закончим. Поезжайте строить каток. Удачи! Пока-пока! Удача нам понадобится. Мы с трюфелем так и не придумали новый номер. Крепыш, на лайт-площадке куриный погром. На лайт-площадке? Сейчас будем. Тетя Кран, дедушка Гравий,
что вы здесь делаете? Но мы не можем зайти. Смотрите, кран взбесился. Не может быть. Неужели... Поднявшись туда, я сейчас! Я иду, Дженни! Было опасно, но весело! Держу тебя! Теперь отвезем вас обратно на ферму. Скажу, скажу! Уиллер, ты цел? Как сильно тебя закрутило! Я цел, но я не понимаю, почему здесь так скользко? Ага, кажется, из упавшей бочки вылилось масло. На нем любая машина будет скользить. Чарджер, привезешь мешок песка, чтобы засыпать им масло? Запросто! Я сейчас! Хватай! Поднимай! Двигай! Песок на масле? Да. Песок впитывает масло, и оно становится не скользким. Все, Уиллер, теперь можно. Попробуй проехать по песку. Не скользко. Совсем не скользко. Я больше не скольжу. А? Лайкран, вперед! Так, надо подкрутить болты. Оп, ключ! Ключ пропал. Родня, кто-нибудь видел мой ключ? Я постоянно теряю то, что закапываю. О, может, ты зарыл свой ключ? Я найду его. Рою-рою, здесь ничего. Рою-рою, ничего. Рою-рою, я что-то нашел. Не может быть! Чарджер, ты нашел сокровище! И там есть еще! Роем всеми лапами! Вперед! Ну ничего себе, щенки мои! Вы нашли первый указатель на радужное сокровище! О, и спасибо, что одолжил мне ключ, крепыш! Ах да! Вот где он был! Спасибо, дедушка. Погодите-ка, дедушка, ты сказал, что мы нашли первый указатель на радужное сокровище? Именно так. Ух ты, оно существует. Вперед, встретимся у Лайкрана, и я вам все расскажу. Давным-давно, еще до бухты строителей, в этих местах спрятали 4 треугольных камня. Ух ты! Легенда гласит, что если найти их до захода солнца, они приведут вас к радужному сокровищу. Нужно найти радужное сокровище. Если мы нашли один камень, то найдем и остальные. Потому что вместе мы можем все. Да, родня? Да! Вот это настрой. Нужно разгадать загадку внизу каждого треугольника, и она приведет вас к следующему. О, я люблю загадки. За мной! Если хочешь второй треугольник найти, в самом верху смотри. Но где самый верх? О, знаю! Самый верх на вершине винтовой горы. Значит, второй треугольник там. Микс, ты очень умный щенок. Вперед! Три, два, один! Шмяк-шмякер делает бум! Совсем как мотор! Я люблю крушить шмяк-шмякером. Особенно, когда... Дождь! Кто
последний в конуру тот мокрый щенок. Мне не нравится дождь. Повторяю, мне не нравится дождь. Да, под дождем нельзя строить. И что же нам делать, пока дождь не прекратится? Я знаю! Диджей Крепыш поможет! На газ нажми! Не хотим мокнуть мы и мерзнуть не желаем! Мы толк в постройках знаем! Я говорю, дождик, дождик, отвечайте, уходи! Дождик, дождик, уходи! Не расстроят нас дожди! Дождик, дождик, уходи! Наше дело впереди! Ух ты! Песня прогнала дождь! Так и есть! И нам уже звонят по лай-экрану! Вперед! Здравствуйте, мэр Грейтвей! Ну и дождик был, да? Да уж, хотя мистеру Утеньке нравится резвиться в лужах. Но теперь городу нужна ваша помощь в очень серьезном деле. В горах был такой сильный дождь, что теперь вся вода стекает в каньон, который ведет прямо в бухту строителей. Нехорошо! Повторяю, нехорошо! Если вода доберется до бухты строителей, она может навредить городу. Строитель всегда найдет выход, чтобы остановить воду. Что ж, если нужно остановить воду, можно построить вот это. Плотину. Если она будет высокой, то удержит воду и предотвратит потоп. Великолепная идея! Но на случай, если вода проберется в город, нам нужны мешки с песком. О, да! Песок питает воду! Я скажу тете Кран. Спасибо, щенки! Удачи! Бухта строителей рассчитывает на вас! Итак, команда, у нас сегодня важное дело. Ю-ху! Нагружаемся и едем! Все лапы на стройку! Для масштабной работы нужна распилочная станция. Безопасность превыше всего. Я протяну тебе лапу помощи. Спасибо, дедушка. Твоя распилочная станция опилительная. Встречайте Чарджера! Я сглажу дерево шлифовальной машинкой! Этим пони нужно еще кое-что. Преображение Микс! Распылитель! Желтый. Голубой. Зеленый! Готово! Этот пони готов скакать! Хи-хи-го-го! Этот пони тоже готов! Отлично! Карусель гав-гав-гавтова! Мы все разрешили снова! Будем веселиться и отдыхать! Арахисовая паста! Отвезем карусель бокалейщику Габриэлю! Все, я высох! Ах, как я люблю ванну! Ладно, пора наряжаться для семейного фото. Это пробуждает во мне зверя. Ха-ха-ха! Вау! Вау! Да!
щенки рождены мыться! Так, чисто! О! Дедуля! Это что, чистые нарядные щенки? Ха-ха, да, так и есть. Мы съездим в магазин за рамкой для фотографии. Постарайтесь не запачкаться. Нам на фото не нужны грязные лапы. Это мы сможем, тетя Кран, без проблем. Пока! Мотор, играть! Мотор, нет! Ой-ой! Нас только что просили не запачкаться. Мотор, похоже, тебе придется принять ванну. Ванну? Ой-ой. Мотор. Вернись. Мотор. Ты здесь? Мотор. Мотор, вот ты где? Тебе так не нравится ванна? Ванна не весела. Но ванну можно сделать веселой. Как тебе объяснить? Я сейчас. Резиновая уточка, моя любимая водная игрушка. С ней мыться очень весело. Спасибо, Крепыш. Мотор, теперь ты примешь ванну? Нет, мотор не любит ванну. Что ж, не вышло. Без проблем. Строитель всегда найдет выход. Мотор, может тебе понравится мыться, если мы построим тебе супер ванну? Да. Стоп, что за супер ванну? Это самая увлекательная ванна. Она будет в форме косточки с горкой, а главное с фонтаном пузырей. В супер ванне ты точно помоешься, да, мотор? Супер ванна? Стоп, мотор не любит ванну. Но мотор любит уточку. Очко в пользу уточки и минус очко для ванны. Я даже не знаю, Крепыш. Не волнуйся, если мы построим самую классную супер ванну, мотор она понравится. Все лапы на стройку. У нас срочное задание. О, какое? Нужно построить трубу, пианино и барабанную установку. И нужно успеть до начала праздника бухты строителей. Ух ты, так быстро. Что ж, когда мы работаем сообща, для нас нет невозможного. Принимай доски для распилочной станции. Смастерим инструменты. Знаете, для такой работы нужна хорошая песня. Мы семейство щенков, семейство щенков. Владеем гвоздями и крутим хвостами. Мы семейство щенков, семейство щенков. Мы делаем новые инструменты, чтобы Сера Спаркл могла спеть. Я так взволнован, что не могу сдержать. Еще не время, Чарджер. Нужно закончить инструменты, или Сера Спаркл не сможет петь. Точно, сосредоточимся. Спокойно. Спокойно. Мы семейство щенков, семейство щенков. Молоток, дрель, краска. Вот это связка. Нужно что-то построить, и мы все построим. Я так взволнован, что не могу сдержать. Еще рано, Чарджер. Строим дальше. Все будет хорошо. Спокойно, Чарджер. Дыши глубже. Мы семейство щенков, семейство щенков, семейство щенков. Этим инструментам не хватает только... Преображение микс. Нужно смешать много цветов в мегамиксере. К примеру, фиолетовый, желтый, немного синего. О, точно, оранжевый. Да, и красный. Замешиваем и загружаем в распылитель краски. Итак, команда, скажем вместе с микс. Готовься, целься, крась! Ну как вам? Ух ты! Во-во!
микс. Спасибо. О нет, на лейплощадке тоже. Пена! Классно! Да, классно, но скользко. Привет, щенки, пока что. Долг зовет, крепыш скользит вперед. Дедушка, вся бухта строителей в этой пене. Мы засыпем ее песком, чтобы не было скользко. А, так же, как мы засыпали скользкое масло. Умная мысль. Одна проблема. У нас нет песка. Но пены так много. Нам нужно сделать больше песка. В шмяк-шмякере. Мы справимся! Давай, Микс, покроши камень, чтобы он стал песком. Сейчас! Нужно крошить сильнее. Повторяю, сильнее. Крошу сильнее. Вы только посмотрите, вы сделали песок. Долг зовет, крепыш с ковшом вперед. Мне не верится, что я это скажу, но единственный способ убрать пену – это устроить еще больший беспорядок. Я готов разбрасывать песок по бухте строителей. О, надеюсь, с Бенни, Ленни и Дженни все нормально. Лучше, чем нормально. Они в восторге. Курочки! О, как я по вам скучала! О, я вас больше никогда не потеряю! Никогда! О, о. Это не проблема! Смотрите! У нас остались лишние материалы! И мы построили загон, чтобы Бенни, Ленни и Дженни не убегали! Это все еще можно исправить. Помните, что сказал дедуля? Иногда можно работать с тем, что есть. А у нас есть много всего. О, я поняла. Мы возьмем все сломанные детали, чтобы построить новую и безопасную площадку. А я съезжу на лайк-площадку за дополнительными материалами. Хе-хе, мне нравится ход ваших мыслей. Друзья, мы превратим эту площадку в самую классную площадку в мире. Вперед! Все лапы на стройку! Почти готово. Остались только качели. У меня идея. А ведь здорово будет, если качели будут не качелями. Что, если качелями будет шина? Микс, ты наш умный щенок. Так и сделаем. Ты только глянь на это, мистер МакПанцирь. Чем это лучше моей площадки? Ладно, думаю, малыши от нее в восторге. Но эти щенки меня опозорили. И теперь дети будут восхвалять их, а не меня. Что ж, щенков никто не похвалит, если площадка развалится еще до того, как дети успеют на ней поиграть. У меня есть идея. Ладно, хватит злобного смеха. Впереди много дел. Несомненно. Качели готовы? Да, готовы. Идем, мотор. Поможешь рассказать детям, что щенячий парк приключений открыт? Ура! Можно играть! Всем добро пожаловать! Крепыши команда с гордостью представляет фермерское рождественское ледовое шоу «Бухты строителей». Первой выступает тетушка Кран со скоростной.
как это делается. А теперь поднимите руки и лапы для Мотор. Она прочитает рождественское стихотворение. Мотор любит Рождество, семью всю соберет. Но больше всего Мотор любит крушить лед. Два, три, тянем. Еще немного. Уже почти. Большая уточка. Ух ты. С днем рождения, Мотор. Ух ты. И это еще не все. Смотри, Мотор, нажми на кнопку. Как здорово! Мне нравится большая удочка. О, и у нас есть еще один сюрприз, Мотор. Сюрприз, Мотор! Дедушка привел моих друзей! Лучший день рождения! Давайте начнем праздновать тортом в виде уточки. Кто сказал праздновать? Я всегда готов, дедушка. Да, диджей Крепыш в клубе. То есть на озере. О, да, слушайте, щенки. Мы Крепыш и команда, мы семейство щенков. Немного усилий и заказ готов. О нет, шарик катится прямо на детей. Их нужно спасти. Долг зовет, Крепыш, вперед. Вау, такого поворота я не ожидал. Как подметать можно не обожать? Это что, гигантский летающий шарик мороженого? Ну нет. У меня идея. С помощью бульдозера я сделаю так, чтобы шарик мороженого снова взлетел. Это мысль. Я поймаю его в кузов. Гигантский шарик мороженого, я готов к тебе. Мороженое! Я на позиции! Получилось! Я так взволнован! О-о-о! Всем отойти! Я не могу сдержать радость! Уиллер, как круто! Ты его поймал! Спасибо, Чарджер! Теперь нужно поставить шарик мороженого туда, где ему место. Вы так быстро построили этот каркас! А теперь нужно быстро обложить его кирпичами. Маршал, поможешь нам укладывать кирпичи? Я? Да. Я буду щенком-строителем! Мы семейство щенков, семейство щенков. Владеем гвоздями и крутим хвостами. Мы семейство щенков, семейство щенков. Молоток, дрель, краска. Ну просто сказка. Нужно что-то построить. И мы все построим. Мы семейство щенков, семейство щенков. В нашей семье все настоящие строители! О, и это только снаружи! Ты еще не видел, что внутри! Но пока ничего, надо сначала это построить! Мне не терпится посмотреть! Каждой пожарной части нужен спусковой столб! Да! Готовься, целься, сваривай! Ну-ка, Мотор, протестируй гаражную дверь!
Работает! Вниз и вверх. Это сюда и сюда. Обожаю порядок. Все, маршал, вот и гав готово. О, какая пожарная часть! Маршал, она готова к работе? Есть лишь один способ узнать, кто устроит мне экскурсию. Я! Отлично, начнем осмотр. Его так сложно дробить. Неудивительно, что гаражная дверь не открывалась. Пожарная часть готова к работе. Да! Ура! Моя пожарная машина. Спасибо, Крепыш. Щенки, я слышала, вы были на высоте и спасли Амара и его семью. Да, они молодцы. И я вспомнил, что должен назначить начальника пожарной части бухты строителей. Это было непростое решение. Но сегодня один щенок показал, что значит быть смелым, умным и обеспечивать всеобщую безопасность. Поэтому начальником пожарной части бухты строителей я назначаю... Мотор! Меня? Спасибо, маршал! Ю-ху! Молодец! Поздравляю! Тетя Кран! Мы строим автомойку, чтобы вымыть мотоцикл мэра Грейтвей! Отлично, Веллер! Вам понадобятся стальные балки, цемент, шланги и много чистящего оборудования! Загружен! Строим дружно! Итак, команда строителей, мы будем строить автомойку для мэра Грейтвей. Все лапы на стройку! Пора блеснуть экскаватором! Бетон для пола автомойки! Приступим! Готовься, целься, заливай! Встречайте Чарджера! Мотай, поднимай, двигай! Бам! Я молоток! Легко! Ух ты! Какая красота, щенки! А теперь самая важная деталь автомойки! Резервуар с супермылом! Мыло наливается в бак, а потом через шланг смывает грязь напором! А я сделала идеальную смесь пенного мыла. Мотоцикл мэра будет скрипеть от чистоты. Это еще что? Вездесущие щенки строят автомойку, чтобы вымыть мотоцикл мэра Грейтвей, и она сможет выиграть гонку? О, этого нельзя допустить. Мне нужен план. И я его придумал. Еще раз. Несомненно. Неужели вы построили все это для меня? Спасибо, щенки. А теперь можно мыть. А я так люблю чистоту, очень люблю. Я вылью все мыло и заменю его липкой грязью и цементом. Скорее, мистер МакПанцирь, ну же, можно заливать. Когда грязь и цемент выльются на мотоцикл, он превратится в грязное каменное нечто, которое им ни за что не вымыть. Спасибо за новые стройматериалы, щенки. Пожалуйста. А где Чарджер? Он обожает шмяк-шмякер. Я ищу к тебе дорогу. Кажется, он все еще чистит зубы. Надежды дай немного. Я прорвусь. Кое-кто любит песни Сиэры Спаркл. И этот кое-кто я.
Сиерра Спаркл потрясающе! И сегодня мы увидим ее на концерте здесь, в бухте строителей! Ау! Вперед! Надо приехать пораньше! Я забыла взять машину! Вокалистик Габриэль! Привет, крепыш и команда! Сиерра Спаркл уже приехала, да? Еще нет, но автобус моей дочки скоро будет здесь. О, вы отец Сиерры Спаркл? Не может быть! Может. Она живет с мамой в соседнем городе, а на этой неделе останется у меня. Как мне повезло! О, Сиерра как раз звонит мне. Сиерра! Сиерра Спаркл! Привет, папа! Привет, щеночки! Вы мой большой поклонник! То есть, я ваш большой поклонник! Мы очень ждем твоего приезда, моя маленькая суперзвездочка! Я тоже очень жду, папа, но есть одна загвоздка. Похоже, обломок горы заблокировал дорогу. Автобус не может проехать в бухту строителей. О, нет! Нужно убрать этот булыжник. Так мы и сделаем. Встречайте Чарджера! Привет, я Чарджер. А это мои кузены. Я ищу к тебе дорогу. Надежды и дай немного. Я прав. Привет, Чарджер и кузены Чарджера. Как мило, что ты знаешь мою песню. Значит, вы уже знаете, кто я. Сиерра Спаркл. Ух ты! Ох, день и правда жаркий. Нужно закончить нашу цементную смесь, пока не стало еще жарче. Знаете, я был бы не прочь работать в жару. Будь у нас... немного тени. Да! Спасибо, крепыш! Ты лучший! Пожалуйста, когда солнце обжигает, все веселье с ним сгорает. Лайк ран! Крепыш и команда! О, здравствуйте, Карл Кафе! Привет, щенки! Я тут придумывал новый ресторан, и мне в голову пришла взрывная идея! Попкорн! Кафе с попкорном всевозможных вкусов. Сырный попкорн, острый попкорн, банановый попкорн. Банановый попкорн. Вы можете его построить? Еще как можем. Это еще одна вкусная задача для команды строителей. О, Карл Кафе! А ведь здорово будет, если... мы построим ваше попкорн-кафе в виде пакета с попкорном. Шикарно! Вот это пятизвездочная идея! Согласен! Вперед, родня! Пора грузить и строить попкорн-кафе в виде пакета с попкорном! Попкорн! Отлично, Уиллер! Вот материалы для строительства попкорн-кафе. Да, и для формы пакета с попкорном металлическая проволока и листы пластика. Классно! Спасибо, тетя Кран! Груз загружен! Строим дружно! Новое попкорн-кафе в городе! Копаем скорее! Попкорн-кафе нужен фундамент. Готовься, целься, заливай! Только не в гигантский котел кукурузных зерен. Строим попкорн-кафе в виде пакета с попкорном. Хватай, поднимай, двигай. Прибавим здесь и здесь и здесь. Ура, инструментом! Ух, стучать молотком на жаре непросто.
Какое палящее солнце! Что это за звук? Наверное, показалось. Мы построили идеальное место для нового дома. Лай-площадку! Дом! Верно, мотор! Лай-площадка – наш новый семейный очаг. Кстати, об этом. Мы так и не устроили семейный пикник. Что ж, раз теперь мы живем вместе, мы сможем устраивать семейные пикники каждый день. Семейство, пора крутить хвостами. Мы построили мост. Крепыши, команда! Работа, что надо. И этому рады. Что ж, семья, полюбуемся на лай-площадку. Крепыши команда готовы строить!